В рамках партийного проекта «Российское село» в культурном центре «Барвиха» состоялся вечер народной песни. Для гостей выступила местная студия музыки и поэзии «ЛАД». У наших сел и деревень очень богатые традиции, которые мы должны передать дальше, в том числе и посредством таких песенных вечеров, подчеркнула исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Белоусова.